кинул. Ого, смотрите, выше неба. А здесь спокойно как, круто. Вадим, привет. Машина летает в небе. Hey, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Logdog, Нига IP, Серега, Апкай, Стаканчик. Пацаны, скажите какие-то веселые слова. Здорово. Всем приветики, омлетики. Здорово. Сегодня у нас самый эпичный ролик, который вы видели за последний год на моем канале, потому что мы опять будем записывать стихийные бедствия. Торнадо, цунами, наводнения и всякие огненные смерчи сегодня в этом ролике вас ждут. Поэтому ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Есть опять, кушайте, приятного аппетита. А мы начинаем эпик. Серега, да, здесь настроил всякие постройки, ну, я думаю, что они проживут. Ты их зафризил или просто положил? Положил, зафризил. Если ты их зафизганил, зафризил, они не улетят. Ну, посмотрим. Давай тогда начнем без огненного, потому что огненный сразу всех сождет. Так, ребята, это всего-навсего второй уровень. Ну что, машины улетают? Нет. Это просто беспонтовый, шумный торнадо. Смерч, хотел сказать. Да, буду говорить не смерч, а торнадо, потому что и так тоже считается правильно. Так, ну что-то слабо, да? Очень. Хорошо, давайте не будем вообще мелочиться. Сразу третий левел. Вы же знаете, что люблю эпик. О, землетрясение. Давайте лупанем чуть-чуть. Ну-ка, ломается что-то? Так, и давайте успеем поставить. Так. Итак, две машины. Посмотрим, улетят или нет. Мне кажется, просто мы наставили кучу машин, танки точно не улетят с третьего левела. Так, один смерч появляется, вы видите? Вижу, вижу, вижу. О, чувака унесло, смотрите. Прощай! Круто! Офигеть! Я не знал, что прям на третьем левеле уже так уносит. Дома еще стоят, машины. Дома стоят, машины стоят. Ну нафиг я в дом. А чего ты, Серега? Вон он идет сюда. Ой, а что это с ним? Не знаю. Просрал? Он так разве кончается? Хорошо, хорошо. Четвертый уровень. Сережечка. Сейчас, короче, мне кажется, машины улетят. Ох, кто хочет именно аттракцион? Садитесь в машину, вас сейчас унесет. Ого, смотрите, как трещит прям в воздух. Так классно сделано все. Очень эпично все смотрится. Надеюсь, ребята, вам понравится. Пошел, пошел, пошел. Смерч сюда идет, ребята. Идет сюда. Я хочу тоже полетать в смерче. А ну давай, поедь на машине прям в смерч. О, сюда идет, отлично. Так резко спустил. О, смотрите, уже приподнимает машины. О, кто-то за рулем. Правильно, правильно. Нас унесло. Ого, я вижу. Смотрите, приподняла машину. Короче, я побегу в смерч. Что будет, когда я побегу в смерч? А ну, давай, уноси меня. Второй же уносил. Ой, машина прилетела. Нифига себе он быстрый, я не успеваю за ним. Хорошо, ребята. У нас просто очень много стихийных бедствий. Поэтому давайте будем ставить дальше. Домики. Пятый левел. Серега, ты готов? Да, я в домике. Здесь он тебя спасет. Огненный, просто крутой огненный смерч, который будет все сжигать на свой... Ого! Улетела под воду машина. Еще одна. Вот это его унесло. Красава, красава. Дома стоят. Я пойду протеть. Так, у нас тут есть вот билдинг. И у нас есть тут дома. Давайте все-таки поставим какие-то дома. Серега, их, наверное, может, чтобы не зафризенные были. Вот так вот. Ловите меня. Я их расфризил, кстати. Да, понял. Хорошо, сейчас он пропадет сам собой, а мы ставим пятый левел, обычный. А пятый был? Давайте шестой. Ой, сейчас, ребята, будет. Ой, сейчас, ребята, будет. О, как раз тут заканчивается. Смотрите на это небо. Оно просто эпично черное сейчас будет. Ну что, смотрим, улетают дома или нет. Ого, это прям сильно. Ну что, ребята, давайте подпрыгнем. Глаз подкинуло, ребята, подкидывает. Прыгайте, просто когда смерч вас, прыгайте. Вас будут уносить. Давай, смерч, подкидывай меня. Над водой летю. Смотрите, над водой. Круто, я пролетел над водой.
вид огненный, и это торнадо у нас. Ну, дома не унесло. Ой, я вижу, подкинуло дом. Вот это летает все жестко. Кстати, мод намного графически улучшили. Круто смотрится. Дом вообще не видно тот. Просто чернючий. Хорошо, у нас еще очень много наводнений впереди. Что? Так, он не исчезает, почему-то тут торнадо. Может очистить карту? Сейчас все удалился. Он почему-то странно себя ведет. Так, ну что, мне кажется, можно уже, Серега, поставить даже грузовик. Сейчас у нас будет 7-й уровень. Поднимет ли танк торнадо 7-й левел? А следующая будет стихийное бедствие, наводнение. Ого! Вот это унесло. Серега, ты видел? Ребята, держите меня! Ого, я в скайбокс улетел. Я над этим, над ураганом. Там так спокойно, как в реальной жизни. Офигеть, такого давно мы не записывали. Вот это мощь! Вот это мощь! Танк унесло, унесло или нет? Да. Меня унесло. Тут и колес броневику колеса. О, я вижу, броневик как рахит едет какой-то. Двух колес у него нет. Ну что, я и бегу. Торнадо, давай, уноси меня в небо. Давай, 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 я тебя не упущу. Ты мой шанс, полетели. Вот, блин, откинула меня. Представь, Серега, было бы классно, если бы воду поднимала. Оп, останавливаем. Ребята, садитесь в броневики и в машины тоже. Сейчас будет у нас очень классный полет. Небольшое наводнение, чтобы не было всем скучно. Вот это затопило все. Круто идет. Ой, у меня жизнь потихоньку кончается. Но мы выжили. Ну как вам наводнюха? Нормально. Ну что, ребята, 8-й левел. Что можно поставить, Серега, тяжелого? Ну, огненный торнадо. Серега, знаешь, что мне кажется можно сделать? Можно сделать аттракцион. Берем машину, да. Берем, это, короче, гениальнейшая идея, что вы можете увидеть. Берем веревку. Так. И прицепляем по углам, Серега. Отойдите, отойдите. И когда будет торнадо здесь, ты как бы будешь в машине сидеть, но не улетать. Прикольно? Да. Ну что, кто не сыт побывать в центре апокалипсиса? Потому что сейчас будет самый жестокий торнадо. Ну, не из самых последних. Сейчас будет, ребята, у нас 8-й левел. Я тоже сяду в машину. Ой, не успел. Ого! Колбасит как. Смотрим на машину, смотрим на машину, что с ней будет. Вырвала колеса и веревку оторвала. Мне кажется, такие торнадо ставить, ребята, надо на Биг Сити, да? Ого! Я полетела, вы где все? Я на машине. Живой? Серега, что ты там делаешь? Кофе пьешь и смотришь на торнадо? Ого, смотрите, выше неба. А здесь спокойно как, круто. Вадим, привет. А, машина летает в небе. Стоп. Стоп, 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 ребята, это прям очень мощно. Но это и не конец. Короче, Серега, сейчас будет самое эпичное, что вы видели. Готов? Да. Ой, сейчас поставлю машины, которые не вызывают, допустим, лагания. Есть у нас такие. Смотрите, транспорт. И, допустим, вот эта машина, она не требует больших ресурсов. Смотрите на эти машины внимательно. 3, 2, 1. Полетели. Ого, колбаса. А что дальше будет? И все? Я думал, будет подкидывать. Что за просрашно? Хорошо, Серега, хотите жестче? Нате вам такое землетрясение. Сейчас должны полететь. Это следующий уровень. Смотрите, вода аж выплескивается с берега. О, вот это же поехал. Ого, танк колбасит. Брейк на танке. Кто заказывал? Вот
институтом. Смотрите, я нажму на В, хоть не будет колбасить меня. Ой-ой-ой-ой-ой. Вот это все подкидывает. Но сейчас резко и кончится. Он как начинается, так и заканчивается. А что с танком? Нормально все с ним пойдет? Нам нормально. Ого! Ого! Это он, Серега, так кончается резко. Да. Как неожиданно пришел, так и неожиданно ушел, да? Ну что, остался самый последний уровень всех стихийных бедствий. Ого! Как вам торнадо и наводнение? А торнадо такой, вроде бы, не мощный, но при этом я вижу, как колбасит танк, мне кажется, немножко мощный. Смотрите, как танк летает, как пушинка. Это что-то такое нереально мощное. Да, и он такую скорость имеет нереально быструю. Колеса улетели. Ого-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Нифига себе, он закручивает, ребята. Круто. А что если ядерную боеголовку закинуть в торнадо, Дима? Кстати, ребята, досмотрите ролик до конца, потому что мы это и сделаем. Серега, все, я остановил его. Че, давай очистим карту, может? Нет, 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 потому что это не конец. Кто ко мне будет? Это че? Я думаю, загасит ли огненная торнадо цунами? Не. Нифига себе мы сделали мясо. А я сверху говорю. Ребята, это настоящий апокалипсис. Что будет, когда упадет метеорит и дойдет до вас волна? Вот такое будет твориться. Это что-то нереальное, да, Серега? Смотрите сверху, что мы сделали с картой. Офигеть. Как вам, ребята? Апокалипсис. У меня даже лагает, если честно. У меня нет. Нет? Ну, так как хостинг на меня держится, поэтому я испытываю все нагрузки. Офигеть. Я вижу, как ваши трупы летают. Ой-ой-ой, там танк в голову прилетел. Вот это жесть. Стоп. Останавливаем все стихи. Ого, я их наставил. Там, короче, Серега было где-то 30... А, то машины еще были. Где-то 8 стихийных бедствий я активировал. Вот. Ну что? Ой-ой-ой, что-то творится нереально. Оп. Ну что, ребята, теперь настал тот момент, когда мы будем ядерную бомбу кидать в цунами. Я ставлю. Ой, не в цунами, давай ты в торнадо. Поставил? Давай одну лучше. У меня бункер БТР, ребят, залезайте. Потому что и так будет жестче. Давай, Дим. Ну что, ребята, поехали. Первого лица бутыри очень красивый. Да, согласен. Смотрим. Давайте только понаблюдаем. Я думаю, что она дойдет, ее подкинет. Ты не зафризил, Серега? Нет. Нет. Все отлично. Идет. Смотрите. 3, 2, 1, 0. Пуск. Серега, все четко по таймингу. Красиво. Ой-ой-ой-ой. Серега, теперь хочу сделать кое-что другое, но это будет более красивее. Хотите? Ну, не будет так взрывоопасно. Да, Серега, хочу много разных бомбочек. Гренвича накидать, вот этих вот. Понял, ставь. Сейчас, у меня тут, конечно, такое творится. Ай. Ну что? Ну зачем? Умный человек, сразу видно. Я случайно. Ты сверху? Все, запустил. А бомбы там есть внизу. Блин, я ничего не вижу. Такое что-то творится на этой карте, он все черное. Все. Полетели бомбы, смотрите. Ооо, красиво, да, Серега? Так, пока смерч работает, надо еще парочку бомб подкинуть туда. Давайте подкинем, например, вот этих бомб. Ой-ой-ой-ой-ой, полетели. Ой-ой-ой! Вот это жесть! Что говоришь? Танк откинули сюда без колес.
Если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте лайк в ВКонтакте, в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения. Посмотрите мои ролики еще.